Ирина Хавронина и Дарио Черезано завоевали золото первенства России по фигурному катанию, получив за две программы 182,77 балла. За месяц до старта Ирина и Дарио поменяли произвольную программу на музыку «Кумпарсита», которую поставили тренеры Николай Морозов, Алексей Горшков, Ирина Жук и Александр Свинин. Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров проходило с 18 по 22 января в городе Саранск.